Накануне празднования Дня МЧС России северские пожарные провели экологическую акцию. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района совместно с сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона организована высадка хвойных деревьев на территории пожарно-спасательной части номер 53 станицы Северской. Традиция высаживать честь юбилейных дат деревья появилась в МЧС России давно. Не первая акция – это и для северских пожарных. Ранее в 2021 году перед частью посадили целую хвойную аллею. В этом году на 30 туй стало больше. И эти молодые хвойники, высаженные во дворе, будут радовать сотрудников пожарного гарнизона и прохожих круглый год.